Здорово всем, пацаны, вообще, кто пришел. Сейчас 2 минутки паузы, чтобы люди подошли, хоть кто-то. Вот. Ну и начнем понемножечку. Посмотрим вчерашний Starline. Вчера у меня, как я думаю, уже многие поняли, точнее, не у меня, у моего провайдера тут в Пскове была авария какая-то, не знаю. Просто 2 часа тупо не было интернета, походу, у полгорода, короче, потому что он самый популярный, вот. А еще при этом всем и потом, когда он рубился, короче, был он, ну, нестабилен очень сильно. Вот, потому что постоянные разрывчики какие-то были. Так, ну все, сейчас скоро начнем. Так. Сейчас что-то посмотрел ставки. Все, ребят, поехали, короче. Давайте смотреть Аверс против Эмалинга. Ну, результаты есть, я их обзвучивать не буду. Вот. Чуть-чуть вначале даже буду мотать. Почему? Потому что время не чуть больше часа до Алима Лиги. А нам надо 3 бо-3 за это время посмотреть. Причем я совсем не в курсе, насколько они долгие были. А ведь учитывая, что Аверс любит в мех играть, они могли быть долгими. Поэтому начало на второй скорости просмотрим просто. Ну а далее как получится. Так, что-то какой-то аверс там попер. Куда там аверс попер? А, проверял он овера. Все, вот овера нашел. Чтобы понять, где оппонент живет. С момента прилета Рипера, я думаю, хотя бы можно немножечко помедленнее будет сделать. Все, обычную скорость ставлю. И давайте смотреть. Кстати, Funny Zerk это оказывается HTTM Link. А ведь я много раз с ним играл этим тираном через Battlecruiser первого. И даже не знал, что это он. Так, здесь Аверс успешно Рипера отдал. Как-то нелепенько. Привет, Булка. Привет всем, пацаны, кто недавно подошел. Вот. В ожидании Алима Лиги я решил чуть раньше стартануть, потому что, коль вчера заявлено было, что я постримлю данный турнир, надо его все-таки постримить. Решил я и... Ну, в общем-то, давайте смотреть.
Неплохой заезд такой от Аверса произошел здесь. Ну, я бы не сказал, что он тут сверх много рабочих убил. Сколько он убил-то? 5 рабочих, 13 собак, 4 гелика потерял. Можно было побольше, конечно, дронов попытаться забрить, но что-то не срослось пока с дронами. Сколько получилось, столько и получилось. Эмалинга, третья хата готова. В общем-то, криптумора по чуть-чуть, и с мейна, и со второй базы ставятся. А у Аверса выход идет в армаре, плюс инвизная банша. Ну, короче, мех. Аверс — это мех-игрок, он любит мех играть. Вот. Банша прилетает, кстати, сейчас ФП, посмотрите, от банши. У меня тут чай заварен, нужно бы налить его пока в кружечку. А то я вот с утра с Дашей, с Машей съездили к лору, потому что в нашей стране все абсолютно логично всегда. Вот. То есть больницы говорят, как бы, после операции болеть нельзя, удаление аденоидов. Но, справку мы выписать не можем, ну, вот, маме, чтобы, как бы, дома сидеть на работу, не ходить, идите к лору в поликлинику. Ну, где, как бы, все больные, вот, я не знаю, я взрослый человек, туда захожу, и 50-50 вероятность, что я заболею, просто, потому что было пару раз, просто пришел в поликлинику и заболел. Ну, как бы, пожалуйста, болеть нельзя, но сходите там, где больные в основном сидят, как бы просто поехали, ну, слава богу, тут, короче, есть такая платная, как бы, ну, типа, поликлиника, которая тоже может выписывать больничный, как бы, и туда сгоняли. Вот я потом пошел на турник, на лестницу, точнее, я немножко подергался. Сейчас покушал, написал анонс. Заварил чай и пришел к вам, в общем-то, смотреть реплеи, как вчера играли там Аверс, Стрэндж и Фанни Зерк. Вот. Результаты я уже знаю, но я не знаю игр, как это происходило все. Так, паузу там что-то просил. Аверс, все нормально. Привет, Леона Шэдоу. Да, это второй никнейм Аверса, конечно. Мазерк пролетел, все посмотрел, видит, что-то факторей очень много, а их 5 уже у Аверса работает. Уже вторая атака делается просто во все. Вот он копит тут на третьей базе. Рабов больше, чем у Зерга. Это о чем говорит? О том, что у Зерга не очень хорошая ситуация в этой игре, мягко говоря. Вот. И третья ЦЦ-ха пошла. Так, на мейне что-то втык. 2 рабочих из 3 только газ добывают. Но это так, конечно, недочет. Но на самом деле, вот иногда даже, когда работает 6 газов, в одном газе нет одного рабочего, когда у тебя все четко отточено, ты потом фига как бы сталкиваешься, ну, с каким-то недостатком газа иногда. Вот, то есть даже один рабочий может сказаться на каких-то таймингах, как бы, ну, то есть это нормально, в принципе. Это тяжело заметить, ну. Бывает, что замечаешь такое, когда вот прям тренишься активно, и у тебя прям все отточено прямо идеально. Так, 10 ЦЦ-щика строится, и сразу на 9 часах поехал Аверс еще одну строить. Это макро ЦЦ-ха, либо она сюда полетит, я даже не знаю, как здесь будет все происходить. Торы, танки, хелбаты, все строится. Здесь мастится Роуч, Аверс мастится немедленнее, чем Зерк. Кстати, по-моему, готовится дроп какой-то от Фанни Зерга. Да, так и есть, это дроп Роуча Реваджеров, но грейды-то 1-1, там 2 атаки. Так, оверсира нет. Укусить баншу, прикрыть королев не прикрыл.
Ну, брать оверов и лететь, значит, а куда лететь-то? Здесь уже база рядом, как бы, а Фанизерк лететь собирается куда-то. Здесь уже все, уже по земле можно идти. Не, ну, Роуч против такого микса, конечно, это, ну... Не самый лучший состав армии, я бы сказал. Здесь Аверс видит просто с Ксилнаги. Даже к Ксилнагу не зашел, Фанизерк мимо пробежал, как выход к нему идет. Хелбат с Роучем бой принимают, у него две атаки. Танчики засижились, здесь минус Хелбат, конечно же, ну, для Роуча это легкая цель. Очень, и четвертый цеха, да, перелетел туда цеха и здесь одновременно, но это наглеет Аверс, как бы, причем, смотрите, ни туреточки, ни, вот на второй есть, на третьей туретки нет, тут сенсорку хотя бы, да, танчик один может засиджить какой-нибудь, я не знаю. Бункер с мариками, хотя мягко играешь, мариков просто нету. И только изначально как бы строить получается, да, там этих мариков. Так, сканет Аверс, видит четвертую карту. Вот заползание Роучи приходит, только все Аверс в тот момент, как оно пришло, танки засижил просто. Ну, точнее, снял сижа, как вы видели. Все нормально, отбивает Аверс. В это время тут пачка Роучи бегает, собирается оверов садиться, как я понимаю. И здесь выход пошел, Аверс идет вперед. Зерк что будет делать вообще сейчас? Зерк пошел в дроп. Но это размен получается будет. Ну я бы не сказал, что Зергу выгодный такой размен. Но подземным закупкой, на самом деле, если теоретически тирану сбрить орбиталки, прикиньте, без вижена, а там роучи закопаны. Хотя они все слабенькие, чтобы танки в лоб пробивать, да, как бы, но можно по кусочкам откусывать. То есть закопался, выстрелил, выстрелил, закопался, выстрелил, закопался. Так, Аверс заходит, уничтожает вторую базу. Падает здесь все. Грейды две атаки, сейчас броня точно доделается, здесь точно она доделается. А вот третья атака, скорее всего, нет, потому что здесь роучи-то все уже покрошили. Но Аверса больше лимита. И это важный момент, очень-очень. Так, здесь дроны закопались, скан есть, интересно. Не знаю, как насчет скана. Здесь есть либератор, нам они фаербулами либераторов убивают. Сразу фанизерк. Тор и танк выходит, реводжеров там Аверс пытался сбрить. Реводжера одного сбрил, два осталось, надо с цехами улетать куда-то. Кстати, ресурсов у Фани Зерга очень много. Причем Аверс пул здесь почему-то не добил с инфестейшеном, странно это. Хоть одного там этого бы хелбата бы оставил бы. Так, боевого лимита, кстати, у Аверса даже поменьше. Банша строится. Не заметил Фани Зерг стар... Точнее, он видел старпорт, но просто его не убил. Вот, глупость, короче говоря. Здесь еще старпорты. Банши будут это или что это будет? Да, это будут банши, а банши нечем отбить просто Зергу сейчас в этом миксе. Ну и дальше пойдет Аверс просто убивать, а здесь будет строить банши. У Зерга уже саплай блок. Викинги выносят оверов просто пачками здесь. Так, на мейне заказана вторая броня. Нахрен вторая броня, если может третью атаку было заказать, не понимаю я. Так, планетарку можно бы и повычинивать бы было, повнимательней бы быть, то есть как бы сразу ее вычинивать начать. И это было бы очень неплохо. На мейне хатка восстанавливается, как увидите. Здесь старпорт и вынужден поднять Аверс. Ну, одна банша уже есть, она начинает реводжеров выпиливать, один минус. Второй тоже сейчас минус. Да, роучки ж могут под землей ползать, там как бы и видно будет их всех прекрасно, но... Не видно, точнее. Будет это тирану, и это будет прекрасно работать, вот что я хотел сказать, хотя лунёвый пока еще. Так, неизвестный на сумму 30 рублей поддержал мой канал, ничего себе подъем идет сегодня. Еще я стримить не успел начать, я уже бабло зарабатываю, спасибо большое. Так, просканил Аверс, увидел где база там у Фани Зерга и побежал туда всеми. На банши брать с собой к этой армии, это точно будет разбор всего-всего. Скоро 2-2 уже грейды будут. Грейды лучше у меха, чем у роуча, это вообще жесть. Закопался здесь Фани Зерк, чтобы, видимо, встретить Аверс. Я не знаю, для чего он там закопался. Но Аверс проходит мимо просто и
Я не знаю, вот этот смысл в этих закопанных юнитах. Особого-то и нет. Тора одного подрезал, вот это было неплохо, конечно, но здесь минус Реведжер, и одного-то Тора подрезал, а вот это-то как все подрезать, непонятно. Так, здесь Evolution догорает, получается. Часть дронов Зерк спасает, то есть он сможет сейчас еще базу заказать, как вы понимаете. Сканет Аверс, видишь, здесь дроны закопаны. Дроны все погибли, но 15 ушло, еще одна ЦСФ там заказана. Здесь Баншай, здесь танк есть на ХГ, ну тут как бы сопротивление, грубо говоря, бесполезно, можно сказать. Заползли роущи. Танки делают залп очень неплохие. Надо в стек фокусить танчиком, блин, не делает этого Аверс. Здесь все пробрил вроде как и поехал куда? Он куда-то не туда поехал. Вниз поехать надо. Очередная ванша вылетает. Минки копаются, скан попер. Минки делают залпы хорошие по роучам. Роучи все меньше и меньше. 30 лимита там осталось. Ну что-то все летает, взлетает, садится, но... Тут такая армия, и у тирана есть добыча, как бы, ну, пора выходить уже. Пани Зергу, он не спешит этого делать, но, в принципе, побиться до конца не возбраняется. В каком-то плане это даже правильно, но последняя хата гибнет, и это ГГНчик, ребятки. Ну, а я вторую игру запускаю, что у нас там по времени? Это просто у нас, как бы, получается, 7 игр надо посмотреть нам. Аверс мне сказал, в каком порядке все было. Да, может быть, ничью бы можно было бы попробовать. Ну, там и в ничью уже без шансов было, понятное дело. Так, на вторую скорость пилю, опять же. Так, что-то здесь не то у нас с поддержкой. Спасибо всем за поддержку, пацаны. Хороший чаек, тепленький. Завершено. Не слишком горячий. Так, ну опять через Reaper Аверс играю. Сейчас я скорость снижу с X2 до нормальной. Почему будешь репки? Я не знаю, сколько здесь матчей шли, даже понятия даже не имею. Вот скорость нормальная стала, я вижу. Так, еле-еле Рипером Аверс убежал сейчас. Летает тут вокруг. Сейчас дождется скорости, блин, и минуснут ему Рипера, да, летает стада. Ну, две собаки сейчас грыз Аверс, молодец. Не сгрыз, в смысле, уничтожил Рипером. Это собаки сгрызают. Ну и гелики в баншу выход идет. Это что, ни хрена себе, короче, посмотрите. У Аверса 30-40 АПМ, у Фани Зерга 460 практически. Куда там жать-то столько можно? Не, ну у Зерга понятно, он, наверное, надо заказ жмет, как бы просто зажимает клавиш, поэтому АПМ такой большой, а у Аверса-то что там происходит, я не знаю даже. Опять прыв геликами плюс рипером от Аверса идет.
Ну, в этот раз он решил дронов повыпиливать. Ну, вот за минералами можно и собаку. Как бы, смотрите, ну, вот сюда Аверс проезжает и зачем-то едет дальше. Собаки здесь находятся. Наоборот, тут здесь той, они все тупорезят у него, как бы, жги. Я замечал всегда, что Бьяна и Навычные как раз такие моменты ловят, когда Зерк не доконтролил, и линги в пачке в такой оказались, просто не через оклик, а видишь, вот где больше их стоит, допустим, вот сюда вот вытянуто большее количество, и тыкаешь в одного собаку, которая вот, ну, в этом направлении стоит. И там за залп может штук 7 погибнуть сразу собак. Ну, не 7, там всего штук 8-10 было, ну, 5 могло легко там быть уничтожено. Потому что дронов-то пачки нет, чтобы пофокусить, да, как бы. Либо дронов надо целенаправленно выжигать до конца. Привет, Саня Леон. Просто, ну, если вы как бы не 4 гелика размениваете, должно быть это оправдано. В принципе, 7 дронов Аверс убил, это нормально. Более-менее. Для начала. Ну, тут Фанни Зерг все-таки послабее, чем Аверс. Плюсом еще стоит отметить, потому что, ну, посмотрите, как у Зерга рабочих на 13 меньше. Как будто у него вроде 3 хаты есть. Но он, кстати, решил Фанни Зерг грейды пораньше закатить. Но в такой ситуации, когда тебя вначале пожгли, сначала надо все ресурсы вложить в рабочую, тем более, когда третья есть. То есть раскачать нормально 2, потом третью, как бы... Вот и после до заказов рабов, как бы, когда вот восстановил, уже грейды делать, потому что, ну, грейды против, тем более, меха, они там не зарешают сильно. Другое дело, что если ты спешишь сделать 1-1, то, значит, и атака должна быть на 1-1 грейдах. Почему? Ты в ущерб экономике это делаешь, да, как бы. Если ты хочешь дальше играть, то сначала экономику, пофиг, 1-1 будет позже, но зато 2-2 будет раньше и все остальное вовремя, если ты раскачаешься, да, как бы. А если ты 1-1 закал, не раскачался, в итоге ты доделал 1-1, армии нет, и на 2-2, как бы, ресурсов не будет. Так, ваншот здесь, баншами здесь Аверс летает. Что-то там контролит. Уже танки начали строиться. Ну, в таком стиле, если как Аверс играет, если видишь, что Зерга равно тебе и Леве даже меньше, то есть и грейды делаются, можно, в принципе, циклона хелбатов играть там. Можешь микс мобильный приходить, убивать просто стараться. Так, я уж думал, чейнлинг идет. Нет, не чейнлинг, это Марик. Один, прикиньте, как Марик себя должен чувствовать уверенно против собак, когда с ним 6 хелбатов ходит. Да он может плечами вот так вот идти махать жестко. Как у нас в Пскове некоторые туловища по мосту. Ну и во многих городах, видимо, России. Вот. Но против Роучи уже другая история. Так, последний залп прошел, и Вижен уже от скана пропал, и Криптумору даже дэмэджа не прилетело. Так, 66-60. Здесь какие-то забегания идут, опять закупку, Аверса опять плюс 2. Не все факторки работают, но по лимиту все нормально, тем не менее, у Аверса. Четвертая ЦЦха. Так, идет Роучи. Выход сейчас Аверс понимает, что спешить не надо, куда-то там ломиться. Баншами, конечно, надо отгонять просто этих Роучи. То есть они будут давать вижн, где находятся Роучи, и просто можно будет выходить в направлении там, где они находятся. Либо ловить момент, когда роучи где-то на муви двигаются, чтобы выход нормальный, да, сделать, как бы. Тайвер сейчас и идет вперед. Здорово, Кайтем. Опа, привет, передает Тайвер с роучи. Сиджатся танки. Один зал прошел. Ну, правильно, засиджил, рассиджил. Здесь можно геликов в хелбатов превратить, все равно как бы они... Вперед армии выезжают сильно, поэтому
может больно быть. Айверс мимо проходит, но замечает. Чи не замечает, он аккуратен, он сканет, как бы это правильно. То есть он не идет просто на муви сливаться, он кидает сканы. Что увидеть, где же позиция у оппонента. И сейчас просто дает Фанни Зерк пройти Аверсу к своей третьей базе. Но Аверс, ну, вот это по скиллу двух либераторов в одну точку раскладывает сейчас, что их фаерволами убивают, да, две штучки, а тремя просто. Ну, не надо так делать, конечно, но все равно тут Аверс давит, давит неплохо, как бы, и по лимиту уже в плюсе брал часть лимита дома. Ну, третья база падает у Зерга, четвертая база падает у Зерга. Здесь еще рабочие гибнут, рабочие не отводятся. Хелбата с флешом своим забрала. И выход еще пошел. А в это время Аверс уже четвертую ЦЦ-ху. То есть мультитаск есть четвертую уже занял, чтобы сюда пару танков за нее привести за эту планетарку. И Торов на муви не сливать, потому что сейчас его придут роучи и убьют просто. Если Тор так будет в одно лицо ходить. В это время Аверс стягивает еще войска. И опять размен намечается, похоже. Да, но здесь, смотрите, здесь 4-5 танков будут на второй базе, то есть возвращаться Аверсу смысла абсолютно никакого нет. Ему просто нужно идти уже и убивать оппонента своего, да, что он и старается сделать. Пошел вперед, королева падает, здесь на вторую налом, один тур и один танк вернулись, здесь слишком жесткий сплэш проходит, и здесь все понятно в этой игре уже становится, потому что Зерк мечется туда-сюда. Ну, убьешь ты эту базу, даже если эту убьешь, то здесь-то прирост, и здесь еще ресурсы есть. А сам Зерк уже потерял третью и четвертую, и теряет сейчас вторую с мейном, получается. А планетарку ты и выбить не можешь, пока пани Зерк нечем им, потому что... Так, на мейне уже вся армия практически. Ну, здесь три танка, туров нет вообще. Циклонов 5 штук. Зато есть пару баншей, либератор, как бы, то есть отбить это практически нереально. Здесь очень большим напрягом убивает планетарку, Фанни Зерк. Потом Аверс по фокусу планетарку, там еще Реводжер. Сзади туры танки пришли. Это ГГ, ребят. Это GG. Я вообще без пауз сейчас все буду запускать. Почему? Потому что время поджимает, ребят. Стрэндж против Аверса. Погнали. То есть Spellsinger в группе Б, которая вчера проходила. Ну, у меня вчера на провайдере авария произошла, как бы, и я не смог постримить, потому что интернет дали с 6 до 8 не было у полгорода у интернета, и даже после 8 он лагал, как бы, этот интернет. То есть сами понимаете, что... Я в итоге как бы просто забил на все это дело. Вчера на все стримы, я думал, еще вечером там ивентики были, TY против статса, там шоу матч, еще что-то постримить. Вот. Но в итоге как бы домой пошел просто и все. Так. С вашего позволения. Сухарец один обмакнув чаек, да захаваю. Разведка от Стрэнджа и от Аверса. Все, скорость нормальную сделал. Хорошая гранатка. Сплэшем задела пробку, но пилон прям здесь, Аверс правильно делает, что боится. Можно было рипера потерять. Ну и, видимо, по билду Аверса этот газ никак Стрэнджа не напрягает абсолютно, потому что, ну, он не пытается его даже выбить никак. Вот. Очень грамотно. Вы видели сейчас, что Стрэндж сделал? Он послал иллюзию адепт, который здесь находился, вот сюда. То есть он собирался стрельнуть по риперу здесь. И если бы он запрыгнул наверх, он бы прям к нему под нос и телепортнулся. Но Аверс прочитал этот ход, как бы, и отменил врыв наверх.
Так, да не, одного хватит. Я сейчас поел перед тем, как садиться, как бы. Меня наоборот что-то раскумарило, как бы так. На турнике подергался, покушал, вот сейчас анонс написал, начал стримить и заварил чай, потому что время уже поджимает, как бы я думаю, побыстрее все получится, ну. Как получилось, так и получилось, как вы видите. Вот. Ну, еще и успеем до Алима Лиги посмотреть мы Старлайна, вот эти матчи вчерашние. Все-таки наших пацанов надо стримить, надо поддерживать, и вообще Юрий всем обещал, а то зачем вообще эти Старлайны делать, если я их стримить не буду. Вот. Ну и никто их, соответственно, стримить не будет. Вот, смотрите, сплэш как снизили. Раньше у адептов оставалось 10. Еще 10 хп снималось. 70 оставалось. Сейчас еще 5 полей остается после залпа минки. Как бы, ну, не бог весь что. Они не прям вообще минку опустили, но все-таки приятно, что, да, как бы. Если не 2 минки стрельнула, допустим, а одна и сплэшем других задела, они все восстановятся, как бы, быстренько. До полного вообще как бы состояния. Абсолютно. Пристройка завершена. Ох, ничего себе! Минка жахнула. Посмотрите, как Аверс сейчас с минкой стрельнул. Он выстрелил в сталкера, а от сталкера с плэшом забрало 7 пробок просто. Это супер царский выстрел. Эта минка окупила не только вторую минку погибшую, но если бы этот медивак даже погиб бы, окупила. Но он не погиб, Аверс тут немножечко разведал им и улетела. Ну, Стрэнджи Блинк делается. А Аверс что у нас? Чуть себе Аверс мех, кстати, играет. Аверс против Протуса играет мех Стрэнджа. А у Стрэнджа плюс 3 гейта. Ну, про Блинк против меха это хорошее оружие, но Блинк не в лоб атаковать, а Блинк разводить. То есть как против меха можно действовать? Блинк, но лучше Блинк Даршайн. То есть, допустим, если тиран делает какой-то выход двухбазовый, ты просто забиваешь, даже если третий Нексус ставишь, забиваешь на все, идешь тупо в размен, стараясь выбить ему весь всех обсерверов, то есть туретки и ЦЦ-шечки со сканами. Варпишь дарков, как бы, и пытаешься уже еще дарков там потом тащить. Ну, здесь Рейвен, например, есть. То есть тиран рукастый, Рейвена не будет отдавать, ему дарки уже не страшны. Так, приходит Айвс, видит, что третьего Нексуса нет. На мейне танк, и здесь танк. Бункер есть в лоб здесь, получается. Еще один танчик строится. Факта есть на реакторе. Там делаются колбаты. И там... Блин, ну Аверсу надо вот... реально, Аверс очень неплохо уже натренился. В мех играет, я бы сказал, сильно. Но нельзя все абсолютно время играть как бы в мех вообще только лишь. Надо уметь как бы... Ну и сыграть и в био когда-то. Потому что, например... Против Протса того же, в мех все-таки можно выигрывать, но не постоянно. То есть будет подстройка под тебя, Протсы будут халявить жестко и все. Либо вот такая какая-то тема, видите, улын, пожалуйста, пришел, блин, пушит, все. Стрэндж тяжело отбиться очень. Под, блин, под танк все-таки выбивает Стрэндж. Ну, еще один танчик пришел, в это время адепт пытается пробить бункер. Можно уже призмой он сюда бы было залететь, спокойно убивать. В это время Стрэндж тут арморы фокусит, добавляются 6 сталкеров еще. Можно пробить бункер сейчас с адептами, сталкерами. Что Стрэндж пытается сделать? Ну не так-то, просто Аверс тут вычинивается, ничего себе, ну мейн-то не добывается. Ну ЦЦ хитрию при этом, все у Аверса, что самое интересное. То есть, в принципе, если Стрэндж сейчас лоб не пробьет, то, может быть, и, ну, и не добьет Аверса. Прежде всего, саплай в локу Стрэнджа. Так, под танк на лоу-граунд, да, блин. Здесь не туда немножечко Стрэндж пошел, надо вот сюда было отходить. Он в рейнже танков остался. Разводить пытается Стрэндж Айвса. Можно сейчас блинкнуться вот наверх, а не под минку сюда. Стрэндж блинкнулся прямо под минку, минку фокуснул, но... Теряет сталкеров вообще всех, посмотрите. Чё себе...
Тут вообще слив произошел просто всего. Давайте потери посмотрим. 6400 Стрэндж потерял, 4600 Таверс. То есть он просто не допушил сейчас. Почему я на Twitch не стримлю? Потому что сейчас Алима Лига в 2 часа будет. Я не вижу смысл стрим на час на Twitch пускать. Вот эту я мог бы на Twitch постримить сейчас часок, но... Потом вырубать придется, расстраивать всех нафиг. Лучше как бы на Twitch, как будет уже прямой эфир Starline, а дальше я буду на Twitch-то просто уже прямой эфир, да, как бы пилить и все. Так, плюс один Аверс тут заказывает. Стрэндж все еще рядом с сталкерами ходит, пытается еще там подрезать лоу-граунда. Танчик пытался забрать. Забрал танчик, забрал депоху зато. Не, ну, при такой обороне, когда танки, циклоны, хелбаты, у тирана плюс минки, и сталкерам нужно агрессивно всю эту шаланду, всю эту блинкаться, то одна ошибка, и вот так вот может произойти, как сейчас. А там ошибка была в фокусе, и вообще вот сюда не надо было заблинкиваться, когда минка там была. Стрэнджу надо как-то было адептами ворваться, минку выманить, наверное, и блинкаться вот сюда, чтобы убить этот танк как бы, сначала. Ну, либо до конца уже терпеть, подварпить уже не только сталкеров и разношерстных юнитов, там пару зелков, адептиков побольше. Ну, сталкеры, они очень дорогие, они очень хрупкие от всех минок, там, танков. Их потерял стек, и все, вот, печально все становится сразу. То есть они могут, сталкеры, как творить чудеса в атаке благодаря блинк-контролю, так и сталкеры могут... Просто отдаваться вообще в мясо, да, там с кривыми блинками агрессивными. Так, хотел Аверс резко геликами прорваться, Стрэндж увидел и не дал. Вот Даркшайн делает, тут сразу надо было. При таких пушах надо сразу Даркшайн делать. Если бы Стрэндж пару дарков вырпанул еще тогда, когда он сверху здесь был в призме, может что-то и вышло. Хотя там 30 цехи было. При таком пуше мулы обычно выкидываются, как бы, да, там побыстрее, ну, на вторую базу, чтобы ресурсы были какие-то. 107-99 по лимиту. Дарк на второй базе. Два дарка на мэне, нужно призму сбивать. Здесь на вторую сканавер сдает, а Стрэндж не выходит дарком. В итоге теряет дарка, призма не погибла, вон она там висит, эта призма. Аверс берет все и старается ее убить. А в это время, посмотрите, 4 гелика на третью. Ё-моё, какой больный залп здесь сначала было, а потом уже не такой уж больный он стал. Хотя все равно здесь выпилил рабочих Аверс штук 10, наверное, сейчас за вот этот заезд. 15 у Стрэнджа потеряно, но не все они потеряны были тогда. Вот сейчас в этом заезде, я так думаю. Побольше Стрэнджа лимитом. Минус Либератор, Читаверс пытается на третью цеху выйти, но без потери этим миксом ну никак не выйти. Какой-то очень странный агрессивный подблинк, потерял еще сталкера просто Стрэндж, и по лимиту чуть ли не вровень опять же стало. Таверс что-то ходит, надо танк бы засиживать, он не сиживается вообще. Вот, наконец-то засижился. Опять геликов заезд попер. Ну, у Стрэнджа здесь нет ничего, что их может остановить. Еще бы Аверс синее пламя бы делал, так вообще бы там рабочих просто унижал бы. Синее пламя я что-то ни с зергом не видел, ни здесь что-то не вижу пока. 104-106 по лимиту. Опять адепта врыв будет. Вот гелики приехали, смотрите. Зал. Нормально выпиливает. Просто минус третий Нексус, как бы по рабочие погибнут все практически. Мазеркор, видимо, с мейна телепортнулся или с какого-то направления телепортнулся. Тут еще 14 рабочих погибло сейчас. 49-47. Правам уже вровень практически. Так, 50-70 человек на Твиче. Да нет, для зрителей вообще не лишние, в принципе. Ну я еще раз говорю, что как бы потом вырубать нужно будет, это не очень на самом деле. Да и 50-70 не успеет скопиться как бы сейчас. За час там точно. Что 20-30 было бы.
Так, Аверс пытает. Так, Стрэндж пытается грилок добавлять. У Аверса уже вторая атака есть, между прочим. Неплохой подблинк. Вот это оправданный подблинк. Минус Рэйвен, потому что это жестко. Но нужно аккуратнее быть. Здесь две атаки. 80 дэмэджа по сталкерам. То есть один залп, и это просто все поля минус. Два залпа практически, два танка стреляют, практически сталкера убивают. Почему практически? У него броня есть родная, как бы, и он не погибнет. Ну, с двух ударов получается. Пять гелики поехали. Здесь уже три фотонки, здесь оборона много стационарной. Даже, я думаю, чуть подмотаю, потому что время поджимает, ребят. Уже половина, как бы, она досмотреть, да, Лима-лиги начало все-таки. Неплохо слоил пробок. Переводе Аверс здесь 146-114 по лимиту уже серьезно вперед порывает. Самое главное, что у Стрэнджа грейды практически отсутствуют. 6 грейд, а 6, сейчас 8 будет грейд. Аверс там уже рейвенов начинает добавлять. Ну что же, рейвены, конечно, процессом решать будут тоже. В особенности, конечно, всех энергетических юнитов контрят пси-штормовики просто фидбэками. Плюс штормы по этим всем проходят неплохо товарищам. Вот пошел выход от Аверса сейчас. Здесь, кстати, планетарка, и Стрэндж заметил выход. Да, Стрэндж заметил выход, но он ничего сделать не может. Он пытается залететь грелками сюда в размен. И, кстати говоря, будет удачный вполне размен, я так думаю. Здесь нечем абсолютно отбивать. Если потеряет продакшн Аверс, то хорошего мало. Но, как по мне, я не понимаю, почему Стрэнджу было бы не спасти свою базу сейчас. То есть здесь вообще юнитов, кроме Викинга и Ревенов, там с автотурелями и сикер-миссилами нету, которые по воздуху бы били нормально. Так, здесь грелочки выпиливают, все. Плюс сталкеры размен идет. Сталкеров нужно с грелками вместе взять. Вот по земле здесь Аверс едет. А по воздуху-то чем он, блядь? Два тора, пять минок строится. Ну, тор на муви идет сейчас. Минки копаются. Прям здесь, прям на мэне. Залп минка делает. Грелки две падают. Три тора уже плюс туретка. Грелки на разогреве, конечно, торов вообще убивают в хлам. И здесь Аверс пытается пробивать. Так, автотурели, ё-моё, как автотурели сейчас разбирает, это просто что-то с чем-то. Минус грелки все, 67-138, победа Аверса, ничего себе Аверс дает. Пробрил Стрэнджа так. Молодец, что и говорить, четвертая игра. Ставлю запись. Так, пока вторая скорость. Не, отбился как бы от сталкеров. Да, молодец, Аверс, но это нормально. Да, турели сейчас не просто толковые, они сейчас огневые просто. Они очень сильные. Особенно если масс турели ты ревенами успеваешь поставить. Прикинь, там 10 автотурелей. То есть это они за залп 250 дэмэджа наносят вообще.
Ну и во второй игре я верс решил. Ну веду 1-0. Сыграю-ка я в прокси-барак. Цеха на мейне с фактой, кстати, со стенкой, между прочим. Ну а здесь Рибер раз. Стрэндж чудо зелком решил отбиваться. Странно даже это. Да вот сюда. Не бояться за минеральную линию залететь надо в такой ситуации. Короче, надо Аверсу и МС-ку Рибер контроля подотработать. Он прилетел, и против зелка контроля можно было 2-3 пробки подрезать. Ну хотя пару-то точно можно было подрезать. Так, барак взлетает, полетел на разведку. Привет, Иван Антоненко, спасибо тебе. Спасибо всем. Обещали, кстати. Наливу он eSport. Дать ставки. Сайт, с которым я сотрудничаю, напомню. Да, и уже дали. Кстати говоря. Кому интересно, можете напиливать, но верьтесь через описание моего канала. Вот, потому что рефералка там есть. Попытка. Не попытка, а бараком разведывают Аверс. Стрэндж его сбивать пытается. Ну и барак будет уничтожен. Уже почти горит, как бы он никуда не денется отсюда абсолютно. Можно было, конечно, попытаться увести бараком сталкеров и попробовать, например, на мейн ворваться двумя риперами и похарасить еще. Надо было сразу пробовать улететь. Здесь Стрэндж не разводится тут как-то на эти действия. Так, ну что, пока пассив какой-то происходит, в общем-то, Стрэндж там сталкеров, блинки делают, у Аверса тут треть ССХ, и только танки он начинает делать, три гейта блинк у Стрэнджа, в этот раз, я думаю, он не будет улынить, хотя всякое может быть, 6 плюс еще гейты пошли, я ускоряю сейчас повтор, потому что нужно, здесь пауза у нас, и нужно как бы побыстрее смотреть, Алима Лига ведь скоро. Так, прилетел Либератор, ничего не сделал. Стрэндж выдвигает сталкерами вперед. А здесь уже варп пошел сталкеров просто. И смотрите, здесь у нас есть один танк у Аверса и ничегошеньки на мейне абсолютно. Привет, БМЕ, 467. У газа у Стрэнджа 3 добывается. Причем 2 рабочих на мейне, один газ добывается. У него на сталкеров сейчас газа серьезная нехватка имеется. Так, пришли сталкера. Очередной танк Стрэндж пробревает. Циклона пытается забирать. Минус Минка, минус Рейвен. Циклона забирает. Танк один снизу есть, но он вообще ничего не прикрывает сейчас. Ну вот этот врыв, такое ощущение у меня поудачнее, чем в прошлой игре. Блин, кулыном этим, да, как бы. Сейчас можно танк упуснуть. Предпочитает Стрэндж вниз уйти. Можно уйти вниз, доварпить еще сталкеров и попытаться как бы опять же агрессивным блинком. Только нужно зелененьких сталкеров вывести вперед спокойно абсолютно.
зайти, как бы, и убить Саверса. Стрэндж своих сталкеров там фокусит. Что за контроль-то такой? Циклончик выходит. Да, какой же мех сейчас у Тирана плотный. Просто сталкеры пришли, там циклон вышел, начал строчить. Танчики с плэшем постреляли, и тяжело что-либо сделать. Причем от Стрэнджа такой получается билд, что он даже не строит. Сейчас, что самое интересное, Нексус третий. То есть, у него как улын получается такой. Бункер пробивает Стрэндж, тут Марик один в этом бункере. Бункер падает, танков у Айверса нет, сейчас только один будет. Стрэндж пробивает. Нет, депошечку не стал пробивать. Блинком отконтролить просто все это дело можно, и все. Стрэндж пытается сделать. Причем заходит прирост назад. Минус циклон. Минус гелики. Танк всего один. ГГ пишет Айверс. Стрэндж уходит. Но здесь пробил просто блинквушем Стрэндж Айверса. Так. Ну что? Решающая Стрэндж Айверс у нас. Поехали. Ну, почти тот же самый блинк-пуш от Стрэнджа, просто он пришел, тут особенности карты, как бы, да, что там, танк не доставал. Плюс Стрэндж, можно сказать, чуть более четко сделал этот блинк-пуш, а Аверс там чуть подтупил, вот как бы и все, что произошло. Но надо третью смотреть, пока X2 ставлю. Так, ну тут нет никакого прокси. Газ Стрэндж Айверсу запиливать, но в этот раз без Рипера опанишь, самое интересное. Блин, ну да пох помешало немножечко сейчас пробку выбивать. Тремя мариками тут Аверс газ выбивает Стрэнджу. И в это время делается, в общем-то, минка сделать. Это передроп марика минок будет. А дальше-то что? ЦЦ пошла. Мне сначала показалось какой-то билд там с танчиком, может быть, выход. С одной базы. У Стрэнджа Роба ранее, он как бы, по идее, готов к этому всему. Ну, Роба без добавления двух гейтов еще. То есть там один гейт, и Роба будет, и Иммортал. Да, Стрэндж и подумал, что это какой-то выход с одной базы сейчас идет. Вот, и готовился именно к нему. Так, здесь Айр заходит мариками, но вот отдавать их было совсем не обязательно. Минка прилетает на мейн. Одна пробка минус, на вторую базу тоже минка копается. И здесь одна пробка минус. Улетает медивак. Сейчас Стрэндж, короче, все отобьет об серверами спокойно. Обсерверами, точнее, обсерверами самими ничего отбить нельзя. Нормальную скорость поставлю. Плюс гиты здесь, ССХ, бункер попер. Готов танк, викинг. Викинг. Не знаю, зачем, ну, викинг, чтобы призму убивать. Еще одну пробочку Аверс подрезал. Ну, в итоге у Стрэнджа 5 пробок потеряно. У Аверса 4 марика. Вот первая минка погибла, которая на мейне была. Кстати, погодите. Так долго не мог ее Стрэндж выбить. Ничего себе. Мне показалось, что сразу, когда пришел Иммортал, он ее убил. Видимо, она в медивак обратно села. Засадил ее Аверс и улетел. А в это время Иммортал 2 адепта. Не пуша. Летит дропчик такой напряжный для начала, для тирана. То есть, как бы, мариков маловато здесь, и танками тяжело все это дело убить. Но вот викинг,
Если призму сбить, то эти юниты уже никуда не денутся, вот в чем суть. Сейчас тут танчики подъезжают, но надо было из бункера высадить. Просто юнитов сейчас спокойно абсолютно и отбивать. И Морглы окружили КСМки. В это время Аверс доварпал еще трех адептов. Стрэндж, простите, доварпал трех адептов у Аверс. Аверс здесь отбивается. Аверс ничего не варпал. Ну, а дома что у Стрэнджа? Дома рабочие строятся, чуть и... Так, глефы делаются. Зачем Стрэнджу глеф? Это такие ранние. Я понимаю, против био глеф пуша даже без призмы с тупого медленного пилона где-нибудь поставленного рядом, они решают очень неплохо. Но пуши с глефами против меха... С другой стороны, пока там одна факта, один старпорт и такой продакшн, пуши с глефами могут решать. Здесь Аверс решил, что... У Стрэнджа ничего нет после этого дропа. И пошел вперед. У Стрэнджа 3 адепта и 4 сталкера. Если бы это все было здесь снизу с доварпом, то может быть что-то и получилось бы. Но в этот момент просто приходит Аверс. Это неожиданностью для Стрэнджа оказывается вообще. Так, идут. Пошли бункера. Что-то да, викинг залетел, Аверс сливает мариков несколько на муви сейчас. Уверчажи, правда, ни до куда не достают вообще. Есть либератор, есть викинг. В это время призма контррыв делает, но здесь такая тема, что ее просто нечем Аверсу. Ой, это Стрэнджу отбивать. Бункера 2, на 2 бункера 1 марик. Вот еще 2 подошли. Ну 3, ладно, куда ни шло, хоть 3 марика. Здесь танчик скоро будет, он в атаку едет почему-то, не знаю почему. Либератор прям в наглую, что-то на мейн залетает. Здесь пробки уходят, пробки гибнут. На мейне либератор начинает крошить, Стрэндж вообще видит это, я не знаю. Но если и видит, у него сталкеров там нет. А, Стрэндж контролит здесь, в размене получается. Ну, Стрэндж, Аверсу надо было бы построить танк сейчас и вот около бункера разложить, и все, ничего не сделать было бы. Здесь... Можно смело бункер один продавать. И выше идти. Либо да, отвести часть юнитов, отбиться дома, как будто у... А, у Аверса 3 вообще ЦЦХи. У него даже не 2, у него даже 3 ЦЦХи здесь есть. Так, приходит Аверс отбиваться. Плюс так, плюс здесь 2 танка возвращаются. Ну, там 5 адептов, правда, идут. И 5 адептов, то могут 2 танка этих покрошить. Хотя танки хорошо адептов убивают, но 5 с глефами, 2 танка, я думаю, расковыряли бы. Здесь адепты отбиты подходящие, на мейне осталось пару-тройку юнитов, 3 адепта, если быть точным, и 2 сталкера, они сейчас будут убиты. И здесь еще Аверс осаду снял, а что снял-то, блин, стоял бы здесь, да и все. Ну, кстати, с другой стороны, можно соединиться сейчас с всеми, как бы, да, просто будет, и пойти убить. Все, здесь все, 58-38 по лимиту. Стрэндж понимает, что Аверс отсюда ушел, убивает бункер. Марики недолго смогли сопротивляться здесь. Ну, вы увидите инкам, просто у Аверс кэш он больше. Тем более у него 3 ЦЦХи, то есть сейчас мулы полетят, у него вообще инкам там 2000 станет, как бы, а у Стрэнджа его практически нет. То есть можно просто дозаказываться здесь и подкопиться, и все. А у Стрэнджа какой выбор? У Стрэнджа выбор сходить в атаку сейчас последний раз. Так, я нажал на перемотку. Не понял. А, Стрэндж прилетел апсон. Стрэндж увидел, что здесь есть, и понял, что ему здесь ничего не втащить, и просто ливнул, короче говоря, вот так вот. Короче, Аверс удивил, я результат это сегодня уже видел, просто вам не говорил. Аверс удивил и занял первое место. Ну, чем больше таких результатов, тем больше шансов, что на его тему откликнутся люди, как бы, в принципе, да. Давайте Стрэндж... Так, 10 минут у нас есть. Стрэнджа с Фанни Зергом посмотрим сейчас. Это
Десайдер получается матч, да, как бы. Нужно все-таки досмотреть. Но единственное, в двойной скорости буду большую часть матча, видимо, смотреть. Почему? Потому что уже почти что Алима Лига начинается. Практически в тайминг уложились. Так, ну тут смотрите, здесь Гейтгас, Нексус, Кибернеточка от Стрэнджа получается. Зерк стандартную хату поставил. И 6 собак здесь Фанни Зерк делает. Плюс Эволюшн. А, ну все понял. Это будет передруп. Куда он будет производиться? Видимо, в два направления. Халяву тут овера Стрэндж бил, получается. Еще один есть, если с этой стороны собьет, так весь план получается провален. Хотя и Зерк от плана отошел, то есть он сейчас просто собак перестал строить. 6 заказав, и в третью хату заказал, получается. Коготь делается, пока все стандартно, рабочих у Стрэнджа чуть больше. Вот глефы пошли, робов глефы, то есть может быть это будет адепта выход дарки. Дарков от Стрэндж может быть и нет. Так, вот теперь можно помедленнее сделать. 40 собак. Видите, 40 собак даже будет. Да, 40. Королева все две. На третьей базе даже королевы нет у Фанни Зерга. Но это перебор, конечно. Я, конечно, понимаю, передроп, там все дела. Но когда ты спалил свои планы и лимита боевого не так уж много. Ну, хз, посмотрим, что из этого, конечно, выйдет. Мне почему-то кажется, что ничего из этого уже не выйдет особо. Залетают оверы. Здесь в это время попытка принять бой снизу идет. Я не знаю, куда дропаться-то. Зерк мастится, 50 собак уже. Лоб продавить, это вообще куда там адептов продавливать в лоб, что ли? Или кого там продавливать-то вообще? Да, еще и Даркшайн у Аверс будет. У Аверс, у Стрэнджа. Короче говоря, тут адепты уже вперед поперли от Стрэнджа. Их 7 штук. Собак, конечно, слишком много и. Адепты погибают, но в это время 3 дарка приходят на третью базу. Сразу же убивают спорку. Заказан оверсир. Видит Стрэндж оверсир? Да, судя по всему, спалил оверсира. Поэтому решил тупо фокуснуть вот эту хату третью, как бы. Здесь есть рядом призма. И нормально, да, хатку дофокусил. Дарков спас, просто отлетит сейчас. Стрэндж заморфит из них архонов. Делается уже чаш, плюс гита 4 добавляется. Ну и архонами плюс зилками можно будет убивать. Просто все, что есть отсюда, пару зилков подварпить.
плюс Immortal взять, как бы выход сделать сюда куда-нибудь, или одновременно на мейн прилететь, либо просто все вместе и убить, короче говоря. Пани Зерга. Пока перемоточка, пока ничего не происходит. Ребят, хараса никакого. Летит призма, здесь собаки забегают. Ну, ничего, вообще не убили, как бы. Сентрю только продемеджили одну. В то время передроп идет, но архуны как-то поэффективнее, мягко говоря, здесь действуют на мейне. Причем здесь юнитов-то только королева и пару гидралов. Да, да, заказ адептов сейчас идет, смотрите. Адепты вместе с архунчиками начинают биться. Если бы Стрэндж еще нормально бы контролил адептов, как нормально, чтобы они гидру бы, да, как бы били-то. И архонов танковали просто. Было бы вообще замечательно. Но и так, смотрите, адепты выпиливают рабу. Здесь адепты с гидралами бьются. Рабочих уже практически не осталось. Короче говоря, вы видите, потери 18 дронов по ресурсам. Тоже потери гигантские, на 2000 больше у зерга. Третью хаткаш восстановил и четвертую делает. Но 29-54 по рабам, это не ахти вообще. Так, Слюркер Дэн, ну что-то Стрэндж пока сидит, вперед не спешит идти. Сейчас призма будет, может сейчас он пойдет. В принципе, третий Нексус добывай. Ну, тут гигантское преимущество, просто Стрэндж пока его не реализует. Вообще, Стрэндж раньше как бы не любил особо затягивать. Ну, сейчас он очень мало тренится, стренился. Как я у него спросил на группу и сказал, он сказал, ну сейчас вот пока типа время есть, играю и желание. Вот, ну, посмотрим, что он играет, Стрэндж, конечно. Пришел здесь Стрэндж, иллюзия колодца, гидра пилды, ГГ пишет. ГГ пишет Фанни Зерк. Так, это что мы смотрели? Это вот это мы смотрели, а теперь вот это мы смотрим. Так, плюсуем немножечко скорость. Поедет ли Аверс на DreamHack, голосовалка идет. Да, 41%, 43% даже, нет, 30%, не знаю, 29%. Люди уверены прям, что Аверс поедет. Я вот лично не знаю, если честно. Ну, на какой-нибудь-то за год по-любому поедет. Но вот на первый турнир ХЗ. Чаёк кончился, какая печаль. Так, ну все, давайте смотреть. Здесь контролить пытается Стрэндж, заказывает для Зерк третью пробкой. Зерк третью только-только приехал, но не собирается ставить. Ну, точнее, собирался ставить, но не может поставить из-за пробки. И собак вынужден вернуть назад вообще. Так. 1/4 на Алима Лиге. Все матчи одновременно, я так понимаю. А полуфиналы по очереди уже будут и финал.
Так, ребята, отвлекся на секунду. Так, да нет, на основной этап Старлайна, я думаю, можно дать ставки, но на плей-офф, я думаю, можно дать, как бы на группу там вот ХЗ, как бы, ну, на группу можно вообще с маленькими лимитами, вот. Короче, ребят, все, отвлекся. Теперь уже здесь с вами. Глефы и Даркшайн. Ага. Тут уже адепт Харас идет, а я вообще этого не вижу. Адепты заходят мимо Роучи сейчас. Идет Стрэндж вниз на третью базу. Здесь королева была. Королева сваливает, но нужно сейчас подбрить собак и попытаться, я не знаю, адептами телепортнуться ко второй базе. Что и делает Стрэндж. Собаку еще одну прикончил. Можно сейчас иллюзию вот на мейн послать, задерживая Роучи просто. И адептами уходить. Посылает Стрэндж, пытается Фанизерк сзади двигаться, но не может поймать пока Стрэнджа никак. Короче, здесь Блинка и Мортла, гейтов сколько? Гейтов 3 здесь, 2 на мейне, погодите, 5 гейтов, что за 5 гейтов? Странная цифра какая-то. Ну, как есть. Чуть быстрее подматываю, потому что ничего не происходит пока. 3 дарка где-то варпится, где они варпятся, 3 дарка. Адепты проходят на мейн, но я не знаю, зачем этот врыв сейчас нужен был. А, вот, вот оно что. Здесь разводка идет, но, между прочим, есть у... Между прочим, есть лейер у Зерга, но у него нет оверсира. Адепты на халяву рабочих раскрошили здесь, потому что убежал сейчас Фанни Зерг отбивать дарков. Но третья база падает, дарки загружаются, улетают. Адепты просто унижают здесь потери... У Зерга уже гигантские, двукратная разница сейчас просто по потерям. Ну, сейчас адепты погибли. И Протс, конечно, еще ресурсов некоторое количество потерял, получается, но... Ничего страшного для Стрэнджа не прошло. Плюс 3 гейта еще, да, и будет 8. Это уже, как бы, стандартная цифра вроде как. Видит Стрэндж, что к нему выход идет, и просто летит дарками в ответку сейчас, и здесь вообще нечем встретить. А 4 дарка, поверьте, ребят, это юниты, которые могут убивать. Так, видит Стрэндж, клон наламывается. Здесь собаки одни, причем собак очень мало. То есть даже если Фижин был, дарки бы выпили бы. Выпилили бы их легко. Причем даже с виженом иногда легче в такое малое количество юнитов выпиливать. Почему? Потому что когда есть вижен, тогда собаки накидываются, они разбегаются вообще. Ну, тут выход от Стрэнджа пошел. Есть уже что по грейдам. Блинк, Глеф, ну, ключевые грейды, в общем-то, есть. Фаербол падает много. Один по сталкеру проходит сейчас, по-моему. Давар по Стрэнджа еще адепт. Здесь Архона из призмы приходит. Иллюзия колосса, она... ну, она нужна для чего? Когда ты ходишь на ноу-граунде, иллюзия дает вижен на ХГ, например. Потому что колосс, он как бы юнит летающий, получается... А в плане Вижена иллюзия имеет свойство обычного юнита, да, как бы. Вот, и она очень неплохо так заменяет какую-то опс или что-то летающее, что вперед видит. Недалеко, конечно, но тем не менее, если нету
такого юнита, то стоя вот здесь, вот прямо снизу на ХГ, ты не видишь, что сверху происходит. А с иллюзией из колосса есть вижен. Так, выпиливает Стрэндж третью хату. Тут все, конечно, понятно, 150-109, но он пока сопротивляется Эмалинку, он же Фанни Зерк. Вот. Молодец. Будут еще старлайны. Главное тренироваться. И все будет. А так какой-никакой уровень уже есть. Адептики телепортируются. Там Реводжеры с сталкерами Стрэндж все покусит. ГГ пишет Эмалинк. Вот так вот кончилась у нас вчера группа Б. Старлайны Челленджер. Спилсингер снял себя с участия с этих соревнований. Не знаю по каким причинам. Видим, ну там... Как я понял, занятость какая-то. Юра сам говорит, не понял, в чем там дело точно было. Вот. Аверс первое место в группе B, Стрэндж второе. Ну, неожиданный результат для многих. Вот. Ну, вот так вот. Короче, я перевожу сейчас захват в обычный. И сейчас мы будем смотреть уже Алима Лигу в ближайшее время. Кому ставки интересны, налив... Он eSport есть все. В описании моего канала есть ссылочки. Регитесь обязательно по ним, чтобы рефералка, да, была мне. Вот. Что-то я куда-то там запиливал. Я помню сейчас только что. Резко. А, уже все закрыто, короче. Сейчас, погодите, я посмотрю, что там на Бейстрейде. Только Бейстрейд, интересно, стримит. Не должны только Бейстрейд стримить. Еще корейцы обычно стримят. Кранк, вот этот ТВ, Штейк ТВ могут стримить. Так, стоп-старт я делаю, на YouTube вылезет запись эту.